сухое молоко смягчает горечь черного шоколада. Да, это помело в темном шоколаде, да? По технологии производства. Все, не без всего. Все, черный шоколад. Черный сухое шоколад, молоко и помело. Сухое молоко и помело. Все. И, кстати, сочетание черного шоколада с сухим молоком создает впечатление, не знаю, карамельности такой, наверное, да? Нет, вкусно. Черного шоколада прям ощущение. Я думаю, что люди съедают и ничего не думают. Какой послевкусие? Да ты там гурманишь. Послевкусие там... Так это свобода, знаешь, это свобода. Хорошо, наелся. Так подожди, ну свобода выбора. Можно теперь, кто-то раньше просто съедал, может гурманить. Ага, ну да. Что такое послевкусие? Это внимание, направленное на вкус, когда выдыхаешь через нос. Что-то съел, выпил. Паша, это все очень сложно, честно говоря. Сложная штука. Понимаешь, а сложное в простом, а простое в сложном. Вот так вот. Это наш шеф-повар. Принеси что-нибудь поесть, Паша. Все очень сложно. Давай еду. Дальше. Не вникай. Кушай на здоровье. Не надо вникать. Ну и без лишних этих. Привет. Все едят. Очень. Я могу только кролика выковырять из супа. Или запеканку со стевией, творог поесть. Даже морковку? Не, нельзя. Там фруктозы много, я морковку вообще не ем. Давай сахар, морковка. Сахар. Ком один сахар. Это просто супер, смотри, он готовит просто из протеина. Он просто готовит из протеина? Кто-то просто готовит из протеина? Протеин насыпается в белки сейчас, то, что я видела. Некие кулинарные протеины возвращаются. У нас все там очень сложно. Разные протеины. Мы их готовим, потому что все протеины по-разному будут готовиться. Мы пока не знаем, сейчас начнем похоже. Что-то протеиновое явно будет. Потому что там, смотрю, уже три черпака уже высыпали. Я не знаю, сколько они белка там положили. Это Паша там заведует. Вот просто повар, короче, лезет. У нас Паша, кстати, кроссфит принимает, он очень похудел. Спортивный. У нас парень. Прогоните мужика. Мы не можем, мы работаем. У нас сегодня все работают. Мы уже все съели, Маша. Ага. Следующая часть пришла нашего. Это ребята, владельцы ресторана «Фрэнки». Маша, наш тоже идейный вдохновитель. Мы уже тут, видишь, Маш, все покусали. Но очень вкусно. Так, ну давайте. Даже не прониклись... творожная запеканка, она с фенхелем. Это Наташа. Я Наташа. Да, так, Ксюша, Катя. Так. Она на стеве, и ее надо именно с фенхелем, апельсиновый фенхель. Ее надо тоже. Будешь пробовать. Это мы сейчас дегустируем. Это у нас четвертый день программы похудения. Что есть, да? Что-то там еще будет. Ну, короче, ладно, ребят, все понятно. Похоже, протеиновые блюда покажу. Потому что Паша готовит, мы сидим. Позже еще будет.